Всем привет! Сегодня суббота, и сегодня у нас в Николаеве проходит масштабный велофестиваль, точнее даже велопраздник «Мы Колосо». И мы, конечно же, естественно, тоже будем участвовать и осветим вам это событие. Как и что сегодня будет происходить. Погнали! Для начала нам нужно зарегистрироваться, взять себе билеты, потому что у нас будет проходить розыгрыш велосипеда. Нас с Женькой двое, может, малая присоединится, поэтому три шанса из много тысяч, это, конечно, не сильно круто, но мы надеемся на удачу. Привет-привет! Вот наши покатальцы. Оп-оп-оп-оп! Вы уже регистрировались? Вот по таким браслетам будет розыгрыш велосипеда. И один сразу, там мальчик ходит с таким прозрачным. Один на руку, а другой в лототрон. Да, отлично. Пошли за номерками? Идем искать свои номерки. Вот она, девушка, здравствуйте. Давайте. Привет, привет, привет. Привет. Вот, наши ребятушки подтягиваются и подтягиваются. Такие коробочки кидаются на мерки, и потом кто-то счастливый человек получит велосипед. Ось я бачу, що вже вставляю номерочки другої вулиці спортивної. Фініш у нас буде на громадському просторі 8-й причал. Думаємо, що близько 7-ї години ми будемо на громадському просторі 8-й причал. Там будуть вітальні слова, потім... А еще к нам сегодня приедут гости, ребята из Херсона. Точнее, они уже приехали утренним дизелем, и мы сегодня с ними встретимся. Очень приятно, что наши братья-велосипедисты вот из соседних городов приезжают и принимают участие в нашем велосипедном празднике. Посмотрите, какая прелесть. Детки тоже участвуют. Привет. Нравится велофестиваль? Участвовала раньше? Это первый? Самое интересное впереди. Привет! Какая прелесть! Какая красота! Мама и ребенок, семейством. Чик. Привет, зайчик! Это первый его велофестиваль? Да. Да? Как здорово, юный райдер. Но опыт уже большой. Она стала таки больше. Посмотрите, какое количество людей. Обережненько йдемо, обережненько. Реагуємо на сусідів справа і зліва. Формуємо колону. Thank you.
как доехали. Хорошо? Отлично? Это хорошо. Цепи не слетали, все классно, все классно. Шикарный костюм, девочка. Мы доехали до 8-го причала. Ведущий сказал, 1000 человек участвовало. Друзья, 1000 человек. Приветствую всех участников фестиваля «Мы колосо». Я думаю, велосипеды без присмотра. Это, судя по всему, велосипеды, которые будут разыгрываться. Два. Очень дорогие, ребята. Знаете, раздают водичку бесплатно. Там такое себе видео будет, тут водичку. Так, ну что, мы понимаем, что будем начинать, просто можете рассказать о подъемах нашего. Область, области. Поедание я с різноманітними начинками та безкоштовною доставкою. Пайпіца – це правильна піца. Пепсико. Є. Кінотеатр «Батьківщина». Дітям, які пропагують вже з дитинства, привчаються до здорового спортивну участь, показали всьому Миколаєву, всій Україні, що ми можемо, хочемо. Дякую. Доводить про те, що місто Миколаїв є найспортивнішим. Сказала Ярина, яка стоїть поряд зі мною, ми з нею їздили, вона сказала: «Миколаївці! Миколаївці!» Друзі, Українська академія лідерства у 2017 році рухались і їхали. І ми вже... Синій браслетик до гори! Не бачу. Шановні учасники, синій браслетик до гори! Вже ніхто забув його поставити. І організованими, і всі, наприклад... Привет-привет. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Понравилось, не понравилось? Понравилось. Совпало ли с вашими ожиданиями? Совпало, но еще не все ожидания выполнены. Не все ожидания, а какие не выполнены по секрету? Розыгрыш. Розыгрыш. Отлично. Жующий человек, как вам сегодняшний праздник? Все ожидания совпали? Все понятно, без слов. Хрум-хрум-хрум. Жующий хочется. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях сегодняшнего дня. Велосипед выиграл, будет отличный. А в целом, что понравилось? Что не понравилось? Пожалуйста, окончание пока. Ну, пока все отлично. Супер. Хорошо. Смотри, у этого мальчика, видишь, есть лототром, там есть куча бумажек. Сейчас мы его чуть-чуть покрутим, хотя это без толку. Твоя задача. Присядь, девочка. Твоя задача, подожди, не спеши. Засунуть ручку, так покопошиться там и достать одну бумажку. Очень ответственно. Ты достаешь мне номер, и этот человек выиграет велосипед. 21. У кого 21 начало? Ага. 21.67. Подошел к концу наш фестиваль. Мы, к сожалению, не выиграли велосипед и другие подарки, но это все равно не омрачает моего прекрасного настроения, потому что был чудесный праздник, потому что мы провели время вместе, мы так круто покатались. И я приглашаю кататься вас вместе с нами. В описании под этим видео есть ссылка на нашу велогруппу «Вело Николаев» в Телеграме. Присоединяйтесь, катайтесь вместе с нами. Нас еще ждет столько крутых дорог и разных покатушек. Это было «Покатушки с Катюшкой». Ставьте лайк, подписываемся. Я вас целую, люблю. До новых встреч!